Кенишемец Сергей Мудров не так давно вернулся с чемпионата Европы по легкой атлетике. Приехал не с пустыми руками. В прыжках в высоту он показал лучший результат – 2 метра 35 сантиметров и завоевал золотую медаль. В пятницу Сергей встретился с губернатором региона. Рассказал о чемпионате, о своих дальнейших планах. Покидать малую родину человек, прославивший ее на всю Европу, не собирается. Губернатор пообещал посодействовать легкоатлету в получении своего жилья в родной Кинешме. Сейчас Сергей живет с родителями. Также в ближайших планах у спортсмена участие в универсиаде в Казани. На универсиаде очень хотелось бы выступить, потому что это домашний старт. Домашний в плане того, что выступать в России. Вот, это вдвойне приятно, будет как бы даже стимул, можно сказать, потому что приедут посмотреть не только болельщики и любители легкой атлетики, но как бы и родные, знакомые, близкие и друзья. Вот, и я думаю, что результат будет хорошим.